Славянское радио. Всем здравия, друзья мои. Я встречаюсь с Мариной Макаровой, и у нас есть что вам интересного сообщить. Дело в том, что приближаются очень интересные события, летние календарные праздники, солнечные наши. И сейчас Марина сделает очень, на мой взгляд, важное и интересное объявление. Здравия, Марина. Здравия. Здравия всем, кто нас слушает и видит. Что есть сказать? Московское Содружество Кола Яра проявило инициативу провести в рамках летнего Купалы 2017 года большой фестиваль, международный фестиваль, который называется «Соборный хоровод Руси». Суть фестиваля в том, чтобы в каждом городе, во всех часовых поясах России и смежных государств, где есть русские, где есть Русь, провести общий, одновременный вот такой праздник. Сам праздник будет проходить с 6 часов вечера 24 июня, ну и до заката, видимо, у кого какая программа. Суть мероприятия в том, чтобы в каждом городе собрались люди, которые хотят провести хоровод, которые хотят объединиться, которые интересуются русской культурой, которые хотят проявить себя как русские и посмотреть друг на друга, взяться за руки, объединить свою энергию, объединить свои силы, радостно провести этот праздник и посмотреть друг на друга. То есть на общей площадке, в общем информационном поле создана сейчас группа «Соборный хоровод Руси». И я приглашаю всех зарегистрироваться на этой площадке, заявить о себе в своем городе и собрать всех, кто в ваших городах хочет присоединиться. И после проведения праздника показать фотографии, показать видеосъемки, как у вас происходило, для того, чтобы все во всех городах знали, где праздновали, у кого было веселее и интереснее, и насколько на сегодняшний день наша культура жива, активна и показывает себя в полной своей красе. На фестиваль, конечно, нужно приходить в русской одежде и ну, хотя бы приблизительно познакомиться с теми песнями и с теми танцами и хороводами, которые обычно проводятся на таких мероприятиях. Для этого в группе создана библиотека, и там собираются основные танцы, основные тексты, песни и описание хороводов, как их нужно делать, в чем нужно приходить в хоровод и в чем особенность, собственно, проведения вот таких народных праздников. Как в эту группу попасть, как попасть на этот ресурс, чтобы там зарегистрироваться, о себе заявить и, если есть необходимость, задать вопросы? Группа сейчас создана ВКонтакте. Для того, чтобы зарегистрировать свой город, нужно обратиться к организаторам. В группе на сегодняшний день есть 3 организатора. Можно написать либо мне, либо вот тем, кто там еще зарегистрирован. Заявить о себе, определить площадку в городе, где будет проходить мероприятие, и сообщить о ней, чтобы она там была выставлена вместе с контактами того лица, который берет на себя какие-то организационные моменты. Либо хотя бы просто площадку и время проведения. По каким ключевым словам искать ВКонтакте эту группу? Соборный хоровод Руси. Прям так набрать. Соборный хоровод Руси. Соборный хоровод Руси. Так, если человек решил провести у себя, какие-то будут ему даны рекомендации, помимо тех текстов, песен и так далее, как это лучше сделать? Помощь какая-то будет оказываться? Безусловно, и в группе будут уже опубликованы, и будут еще выкладываться материалы о том, как проводить и что. Вообще акция предполагает быть не разовой. То есть мы бы хотели запустить, ну, как
новое движение о том, что все праздники у нас всегда праздновались коллективно, что это было объединение людей, которые рядом живут, которые в своем городе живут, чтобы они выходили просто на площадку и смотрели друг на друга, проводили хорошо время, потому что празднование русского народного праздника, оно проходит по определенной традиции. Мы немножко от этих традиций сейчас как-то вот отстранились, немножко мы их забыли. И дни рождения, и какие-то годовые праздники, и вообще много событий, которые можно праздновать гораздо более интересно, чем сегодня это происходит. Поэтому мы призываем вернуться к нашим истокам, вспомнить о наших культурных традициях и проводить праздники так, как это было принято у наших предков. Причем я хочу обратить внимание, что праздник заявлен для всех людей, независимо ни от вероисповедания, независимо от каких-то мировоззренческих баз, праздник несет в себе посыл объединения людей в радости и в векторе какого-то позитивного совместного времяпровождения и, может быть, каких-то действий. То есть в данном случае мы объединяем людей, такая цель, на основах нашей традиции, исконной нашей русской культуры, национальной наших культуры. Предков, да. Она многовековая, и именно эта традиция позволила нашей стране сохраниться, жить дружно, мирно, интересно и чувствовать себя дома. Хорошо. Благодарю тебя за это наше такое короткое общение. Очень было приятно с тобой поговорить в кадре. Наши уважаемые зрители, радиослушатели, вы теперь, надеюсь, знаете, куда вам идти в эти замечательные летние дни. Добра, услышимся и увидимся. Будь добру. Народное славянское радио. Духовное возрождение.